Дивимось за виступом української дівчини Аліни Максименко. Чітко сповнена елемент. Аліна дуже окрепла за минулий рік. Вспоминаю выступление на прошлом году в Кубке Дерюгина. И, конечно, в этом году значительно возросло ее мастерство. Вот, видим, докрутила. Четко два вращения. Вот первый тренер Алины Максименко был и первым тренером Оксаны Скалдиной. Бронзового призера Олимпийских игр 92 года. Оксана Скалдина всегда славилась своей работой предметом. И вот Алина Максименко тоже очень хорошо работает предметом.